Das ist Schrott, Schrott. Die guten Geschichten, das ist Zeit und ich schlicht und scheiße. О, Пим, что это у тебя здесь? О, изобретение, да? Nein, абсолютно бесполезный человечеству хлам. Откуда ты это все? В утиль. Творческий кризис. Квин, погоди, погоди. Ну зачем же все в утиль? Вот, например, что? О, отличная вещь. Найн, это есть брак. А вот это? Классная же штука. Хлам. А это-то? Пин, а? Дрянь. А вот это? Найн. Смотри, смотри. Найн. Ну вот же ведь! Какая вещица! Найн, никуда не годный барахло! Ну вот хоть это, а? Может быть, хоть это пригодится человечеству? О, по-моему, это как раз то, что мне нужно! Ну вот что это, Пин, а? Это счастье мед. Что-что? Ну, счастье мед, понимает? Вот, прицелился в какого-нибудь несчастного, пиф-паф, и он счастлив навсегда. Не работает. Почему? Не хватает одной деталь, очень важной. А, ну так, где же? Ну так где она? Где же эта деталь-то? Ну, это деталь. Где она? Где-то здесь, закатилась куда-то. Железный такой мячик с дырочками. Нет еще. Нашел. Ну, пошли к Пину. Знаешь, Крош, по-моему, теперь мы потерялись. Ничего-ничего, вот выберемся. Принесем Пину эту штуку. Он соберет свой аппарат. Будем все счастливы. Я был бы уже счастлив, если бы только выбрался. Thank you.
вы быть? Я так волноваться! Наконец-то я вас нашел! О, какое счастье! Вот, и мне пришлось быстро-быстро изобретать эту машину, ну, чтобы вас искать. Мой склад ого-го большой, ногами не обойти очень долго. Классная машина! Я-я, полезный вещь. Ой, она упала! Кто? Деталь от частемета. Да, останови, Пин, надо поднять. А, пустяки, мой друг, совершенные пустяки. Что сейчас вам нужно для счастья? Горячий чай и постель. Я-я. Лай-лай-лай-лай-лай. Что? Бантики выходят из моды? Бантики! Ой-ой-ой! Писк сезона. Мечта всех продвинутых модниц. Клипсы в форме сердечек. Так-так-так. Можно заказать по почте. А я вот, знаете ли, заказал себе телескоп, а его все не присылают и не присылают. Клипсики мои, клипсюшечки. Что вы себе позволяете, хулиганка? Прекратите. Где мои клипсы? Какие клипсы? Это моя коробка, я в ней сплю. Были там какие-то железки. Кололись, Рудка. Я их выкинул. Мои клипсики! Клипсики мои! Я могу объяснить. Я из-за тебя осталась без подарка. Прямо ж таки, без подарка. Чем я хуже клипсик? Ничем не хуже. Даже лучше в чем-то. Клипсы, между прочим, уже давно вышли из моды. Как это вышли? Я их только этой осенью увидела. Ну, милая моя, ведь Новый год на дворе. Вся мода автоматически становится прошлогодней. Не будешь же ты в самом деле носить какие-то прошлогодние бирюльки? Ну, хоть разок-то. Ну, за что? Один раз оплошаешь, фу. Все, вся репутация коту под хвост. Я в этом кое-что соображаю, можешь не сомневаться. Наверное, во всем мире нет такого модельера, который бы меня не знал. А что ж ты тогда в почтовой коробке спишь? А это? Так это, кстати, моя новомодная идея. Перформанс такой. Я не понимаю, что ж в этом хорошего? Это ж неудобно, наверное. Неудобно? Главное, это сейчас модно. Ты просто не в теме. Весь бомон теперь только так и спит. Спит и видит, чтобы я им чего еще присоветовал. Правда? Спрашиваешь. Мой писк, между прочим, был признан последним писком моды в этом сезоне. Мне тут даже предлагали стать президентом Всемирной Академии Кутюрье. Ух ты! Но я отказался. Пусть уж без меня как-нибудь справляются. Вообще, надоели они мне все. Ты ведь знаешь, как порой утомляет вся эта гламурная тусовка. Все эти показы, бутики, подиумы. Ага, очень. Дай, думаю, брошу все и уеду. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Буду приобщать провинцию к высокой моде. Питать вас стилем и фешеном, так сказать. Кстати, чем вы здесь вообще питаетесь? Прежде всего, внешний вид. Запомни, в свинке все должно быть прекрасно. И лицо, и прическа, и одежда. Да нет, не стоит. Невинных слабостей стесняться. Да, признаться, все любят модно одеваться. И как пташки летят чулочки да рубашки, застежки, запонки, сережки, блузки, кофточки, сапожки и зеленые шнурки. Эх, как пережить мне эту боль. Мой новый смокинг съела моль. Лучше быть голодным, лишь бы только модным. Да, не скрою, все люди разного покрою. Каждый хочет
что-нибудь такое. И как Сашки летят чулочки, да рубашки, билеты, галстуки, манжеты, кардиганы и шакеты, и зеленые шнурки. Эх, как пережить мне эту боль? Мой новый смокинг съела боль. Мой. Лучше быть голодным, лишь быть только молодым. А скажите, пожалуйста, а что еще будет модно в этом сезоне, а? В новом-то, пожалуй, что и бантики. Ну, а разве бантики уже не вышли из моды? Конечно, вышли! Я разве сказала бантики? Я хотел сказать, я говорю, в новом сезоне все продвинутые модницы просто обязаны носить клипсы, желательно в форме сердечек. Что? Что? В смысле, что? Я ничего не говорил. Вообще загостился я тут, пожалуй, что и пора мне обратно на почту. То есть в эту, во Всемирную Академию Кутюрье. Мышь почтовая. Я бы это попросил. Сейчас попросишь. Значит, прошлогодние белюдьки, последний писк моды, значит. Ну, в этом сезоне он у тебя и в самом деле будет последним. Оп! С годом к зрителям! Где ты, самый счастливый, самый? Здравствуй, Новый год! Я тут шел мимо. Дай, думаю, зайду, посижу тебе, поговорю. Конечно, проходи, садись. Говори, не буду тебе мешать. Какой-то он сегодня нервный. Так он же ими работает, нервами. Это какое-то безумие. Совершенно нельзя побыть одному. Это же ненормально. Я имею право, в конце концов. Итак. Бараш! Бараш! Ай да ко мне! У меня зонтик. Силы небесные! Если вам не безразлична судьба искусства, сделайте так, чтобы я оказался в полном одиночестве. Остров?
необитаемый! Спасибо! 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 Итак, господа, вы прослушали мое скромное сочинение. И теперь мне бы очень хотелось узнать ваше мнение. Прошу не стесняться. Что-что? Великолепно? Ну что вы, гениально? Кто сказал, что это никуда не годится? Это вы сказали? Ага, вы, сударь! Вы ничего не понимаете в поэзии! Пошли вперед! Отобрали? Так, так, отлично, я открыт. В оборону, кроме меня, кто-нибудь будет возвращаться? Молодцы! Молодцы, молодцы. Нас засуживают! Мой, пас, вперед! Мой, навешивай, мой! Пусть незатейливый мотив прорвет земную тишь, ведь ты и молод, и красив, совсем один сидишь. Мы опоздали, он уже один не дышит. Идешь ты в магазин, и это скверный знак. Художник может быть один, а человек никак. Художник может быть один, а человек никак. А вы случайно мне не мерещитесь? Ну-ка, ежик, ущипни меня. Больно же! Ну, ты сам попросил. Все-таки ты нервный какой-то, бараш. Тебе надо съездить куда-нибудь на каникулы. Отдохнешь, полежишь на песочке под пальмой. Кругом будет море, кокосы, красота. Имеешь право, бараш. Пора, дорогие мои друзья! Здрасте! Пора! Пора развлекаться и отдыхать современно! Пора нам иметь собственный парк аттракционов! Итак, у нас будут качели, карусели, комната смеха и комната грусти. Нет, комната страха. На самом деле ничего страшного там не будет. Та же комната смеха, только с другим юмором. Сейчас распределим объекты и с завтрашнего дня начинаем строить. Мы бы с ежиком взялись за комнату страха. Только непонятно, что такое с другим юмором. Это когда прежде чем смешно, немножко страшно. Куда ставить? Куда ставить-то? Ну, куда ставить-то?
куда ставить? Так, так, так. О! Ага. Ну, как успехи? Есть у нас пара идей. Вроде бы страшно. Ну, непонятно. Смешно потом или нет? Надо посмотреть. Куда ставить-то? Укуси тебя, пчела. Значит так, идея такая. Когда посетители заходят, ничего нет, кроме старого фото ежика. Фотография сама по себе уже и смешная, и страшная. Но это еще не все. Посетитель подходит к фото, чтобы рассмотреть его получше, и тут сзади появляемся мы. Ну, не знаю, не знаю. Давайте попробуем с посетителем. А чего нужно делать? Тебе все расскажут. Ребята, какая помощь нужна? Эй, вы где? О, ежик. Смешной такой, сонный. Вот точно, поднять подняли, а разбудить забыли. А кто же его так изобразил-то, а? Недотёпа. Ну как? Смешно? Очень! Утверждаем этот номер. Надо еще какой-нибудь придумать. Ой. Карыч, кажись, мы разбудили нашей стройкой духов этого места. Успокойся. Нет никаких духов. Ты не поверишь, но я видал собственными глазами. Ты видел переодетых Кроша и ежика, только молчок. Это будет сюрпризом для остальных. А это? Это новый номер. Ого! Ого! Неплохо, правда? Крош! Ежик! Что? Этого места мы их разбудили! Салют! Мы раньше закончить своя работа и решили немного помочь для Кроши Ёжик сделать чудище в комнату страха. Вот. Хороший номер. Эй, ну как номер? Все сделано по последнему слову техники. Утверждаем? Нет, нет и нет. Не утверждаем. Это же страшно и совсем не смешно. Голоса нет, кричать говорить не может, замерз совсем. А эти наверху думают, что он водяной. И давай в него яблоки кидать, чтобы задобрить. Одно яблоко мимо пролетело, другое. А третье как, попадет? Слушай, огородник, я тебе рассказываю.
Тебе что, интересно? Ну, колодцы, ну, яблоки. Слушай, мне тут еще сеять сегодня. Тебе бы только сеять! А ты представь! Ты упал в колодец, а перед этим лишился голоса. И вот ты пытаешься забраться по скользким стенкам, но каждый раз падаешь. И вот ты лежишь в холодной воде, обкиданный яблоками, и думаешь, что тебе конец. Ты даже видишь тоннель, а в нем свет. На самом деле эти сверху решили лампочку спустить, чтобы посмотреть, что в колодце творится. Свет становится все ближе, 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 и вдруг тебя током, как шандарахнет! Что вы уставились? Цирк, что ли? Помогите ему! Ну вот, а потом Нюша как прыгнет! Вау! И Копатыч такой, оп, шаг назад, а там грабли по затылку. Ты-дыщ! Он оп, шаг вперед, тут вторые грабли. Ты-дыщ! Он опять шаг назад. Ты-дыщ! Он вперед! Ты-дыщ! Он опять шаг назад. Молодежь! Вперед-назад! Да-да! Так все и было! Не верю! Не верю, чтобы мой друг Копатыч был таким недотепой и несколько раз подряд наступал на одни и те же грабли. Мир, деточки, не так прост, как вам кажется. Вот ты, допустим, беззаботная Нюша. В каком смысле беззаботная? В хорошем. Ты идешь, идешь, что-то напиваешь и не видишь, что в траве опасность. Не видишь. А Копатыч видит. Он видит, что Нюша сейчас наступит на грабли, притаившиеся в траве. Видит, что спасти ее он может, только подставив под грабли себя. И он прыгает на них. Ежик, ты показываешь какого-то дурачка, а мне нужен герой. Ты понимаешь? Мой друг – герой. Теперь мне наконец понятно, что произошло на самом деле. Вы молодец. Копатыч, значит, герой, а я, значит, дурочка с переулочка. Беззаботная. Я восхищаюсь вами, как вы все-таки здорово расставили все точки над «и». Но как беззащитны наши поступки перед окружающими. Каждый норовит их истолковать на свой лад. Хорошо, если попадаются такие замечательные толкователи, как вы. Но ведь это редкость. Как же за всеми уследить, чтобы правильно все истолковали? Выразительность, дружище, выразительность. Если ты смеешься, то смейся так, чтобы с балкона было понятно. А если чувствуешь, что трагический момент и надо пустить слезу, ну что вы, что вы? Чтоб ни у кого сомнений не было, чем ты занимаешься. Интересно, интересно. А вот если я делаю что-то очень умное, а окружающие отказываются это признавать? Это очень просто. Бровки к переносице, глазки чуть прищурить, многозначительная улыбочка, слегка покачать голову и искорка снисхождения. А если и сам понимаешь, что делаешь ерунду, но не нужно, чтобы об этом догадывались? Все то же самое, только две искорки снисхождения. А сейчас что я делаю? Задумываешь какую-то подлость. Правильно. А сейчас? Жадничаешь. Правильно.
Ты понятный персонаж, дружище. С тобой приятно общаться. А вот что я сейчас сделаю? Алло, а что со мной было? Нюша шла беззаботно, не видя опасности. Ты же все видел и смело бросился на грабли. Потом потерял сознание и в беспамятстве боролся за жизнь, но исцелился. И снова бросился на грабли. Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть. А порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был, но куда-то затерялся. Не лежи на снегу, простудишься. Ну и что? А смысл не простуживаться? Чтобы не болеть. А смысл не болеть? Чтобы быть здоровым, елки-иголки. А смысл быть здоровым? Чудак, тебе что, не нравится быть здоровым? Причем здесь нравится или не нравится? Я не хочу быть бессмысленно здоровым. Тебе нужен смысл. Да. Во всем. Неплохо бы. Тогда тебе нужна кузинатра. Какая еще кузинатра? Кузинатра, дающая смысл. Да, она мне нужна. Но где ее искать? Это очень далеко. За смыслом хоть на край света. Веди меня. Нет, мне в такую даль переться незачем. Мне смысла в этой жизни и без кузинатры хватает. Умоляю, отведи, иначе мне, сынок. Ладно, может, оно и стоит того. Я тебе удивляюсь. Зная о кузинатре, ты ни разу ею не воспользовался. Меньше знаешь, крепче спишь. Тебе говорит усталый дух. Ты стал старым, черствым и равнодушным. Неужели тебе не интересно, в чем смысл жизни? А что мне даст эта информация? А вдруг окажется, что смысл жизни не есть сладкого и не спать до 12? Я тогда только расстроюсь. Глупый Карл. Глупый, старый, но добрый. Ты представляешь, какая только замечательная, наполненная смыслом жизнь начнется, когда тебе будет все понятно. Когда ты будешь понимать, зачем ты объелся пирожными до коликов. Или вдруг ни с того ни с сего наврал с три короба. Тебя не будет мучить неизвестность. Жить станет легко и ясно. Да мне и так было нормально, пока тебя сегодня не встретил. Ведь все беды от чего? От того, что каждый в одном и том же видит разные. Разные смыслы вкладывают, и получаются конфликты. А когда будет смысл один, настоящий, все будут жить дружно. Фу. Да сколько же еще идти к этой кузинатре?
Не могла, что ли, поближе где-нибудь обитать? Нам нужно написать записку и составить схему маршрута до Кузинатра, чтобы тем, кто нас найдет, было легче идти. Они будут сильнее нас и подготовленнее. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Дома мы. Мы заблудились в метели и сделали крюк. Сейчас ты немного отдохнешь, и мы снова отправимся в путь. Не надо торопиться. Кузинатор от нас никуда не денется. Смысл этого бульона, чтобы я его ел и набирался сил. Смысл этой кровати, чтобы я на ней спал и отдыхал, пока этих смыслов вполне достаточно. Хочу полосу быстро растущего кустарника посадить, чтобы от ветра огород загораживал. А где же ее садить, если ветер чуть ли не отовсюду дует? Оп! Я не верю в простые решения. Одна полоса ничего не решит. Надо здесь, здесь и здесь. О, вам нужно посадить вокруг вашего дома лабиринт. Ветра не будет. Раз. Красиво. Два. Организация досуга. Три. Такие решения называются комплексными. Вот назад. Так что мы идем. Нет, как же назад? Сейчас мы вернемся. А теперь налево. Там будет чудеснейший тупичок. А зачем тупичок? Какой вы смешной. Чем больше в лабиринте тупичков, тем он сложнее и интересней. А как я буду по этому лабиринту из дому и обратно? Сначала по схеме, потом привыкните. Когда мы создавали с Копатычем этот лабиринт, то думали прежде всего о простых вещах. Чтобы не было ветра, чтобы выход из дома для Копатыча всегда был приключением. Но за зиму, пока лабиринт набирал рост, я придумал, что лабиринт станет еще и всеобщим развлекательным аттракционом. И как в нем развлекаться? А вот сейчас сами и увидите. Как вы видите, внутри лабиринта полно разветвляющихся дорожек, но только одна из них ведет в сердце лабиринта. Поиск единственного правильного пути составляет увлекательнейшее соревнование. Кто первым достигнет центра лабиринта и пробудет от зимней спячки Копатыча, тот и победитель. Красота! Зашиби меня, пчела. А схему мне так и не дали. Пом-пом-пом, пом-пом-пом-пом-пом-пом. Теперь сюда. Пом-пом-пом, пом-пором-пом-пом-пом. Что, заблудились? Дерзайте, дерзайте. Теперь сюда, так, и сюда. Ну, это, поиграли и хватит. Уже давно обедать пора.
Эх, вы даже и не попробовали по-настоящему пройти этот чудный лабиринт. Ну, ладно, если вы такие ленивые, идемте за мной. Эй, все идите сюда. Знаешь, как здесь ориентироваться? Конечно, у меня все тут. О, видите, какой снаружи сильный ветер. А у нас здесь тихо и спокойно. Водички бы глоточек. Крош. Главное найти домик Копатыча. Там у него запасов надолго хватит. Вы ничего не слышали? Копатыч! Тут ни Копатыча, ни запасов, а колодец где-то в лабиринте. Мы обречены. Да, долго без воды на такой жаре мы не протянем. Я слышу шум. Это галлюцинация, от обезвоживания. У меня ночью уже было. Я тоже слышу. Какая-то косилка. Это смерть. Смерть с косой. Но нас же много. Ветер – это прекрасно. Друг мой парадоксальный, и зачем вообще вам в голову пришла идея отгораживаться от ветра? Что за нелепая мысль? Мы тут все чуть копыта не откинули. Я вообще не понимаю, зачем нужна эта комната смеха. Гораздо умнее было бы сделать комнату поэзии. Я бы там читал стихи, отвечал бы на вопросы из зала, импровизировал. Ой! Ой! Не понимаю ни смысла, ни удовольствия видеть себя в таком искаженном виде. Это же неправда. Короткие ножки, кривое тельце, глаза, как арбузы. Чему я тут должен радоваться и смеяться? Это ж смешно. Смотри, какой ты забавный. Это не смешно, а глупо. Поверь мне, если бы ты на самом деле был такой формы, тебе бы было не до смеха. Ой, да бесполезно ему что-то объяснять. Непробиваемый. Бесполезно смотреть на себя в кривое зеркало. Бесполезно и не смешно. А,
Может, ты съел чего-нибудь, а? Ничего я не ел. Это все от ваших кривых зеркал. От вашей дурацкой комнаты смеха. Досмеялись. Я только не понимаю, почему я? Почему на меня все это свалилось? Я же был против. Если ты думаешь, что это все от зеркал, давай поэкспериментируем. Клин клином вышибайте. Ой. О, а здесь ты нормальный. А вы здесь смешные. Ты только не волнуйся. Ты натура поэтичная, впечатлительная и, как выяснилось, очень даже пластичная. Меньше думай плохих мыслей, и все само пройдет. Это что, похоже на простуду, да? Или на желудочное расстройство? Как это может само пройти? Мараш, слушай, что сегодня на улице творится? Ливень такой, что просто ужас какой-то. Мараш, Мараш, Мараш. Давай, давай. Ой. Что-то ты совсем раскис. Ты посмотри на это с другой стороны. Я думаю, что твои новые особенности могут быть очень полезны. Ты думаешь? Конечно. Вот идешь порой долго, хочется присесть, а негде. А смотри, как полезно ходить с тобой. Так. Здорово, правда? Видишь, как платье мнется на обыкновенной вешалке? А теперь смотри. А вот теперь не мнется. Или вот. Надо нести много вещей, а рук не хватает. А с тобой эта проблема решается в одну секунду. Так, это сюда. Смотри, какой ты полезный. Я что тебе, вешалка, что ли? Я тебе мебель, что ли, какая? Что ты тут меня понавешала? То, что я потерял форму, еще не означает, что я потерял чувство собственного достоинства. Я личность, понятно? Бесформенная, но личность. Кошмар, наверное, приснился. Так все гораздо. А как работать, так в сон клонит. Это был сон. Это был сон. Это была неправда. А это был сон. Урод я есть. А тут Нет, все-таки смешная штука, согласен. Смешная. Но бесполезная. Что? Что? Сорняк! Самый настоящий сорняк! Нет, вы не поняли, аграрный вы мой. Я хочу узнать, как именно это называется. А никак не называется. Сорняк, он и есть сорняк. Вот что значит ненаучный подход. В природе, наивный вы наш, все как-нибудь называется. А если что-то не имеет названия, то этого просто не может быть.
25,70 в диаметре. Высота 350. Однако. Ага. И для масштаба. Так. Ага. Стержневой, мочковатый. Так. Высота 40. Нет, не подходит. Кажется, я нашел неизвестный науке вид растения. Лосяш, лосяш, так я выпалываю твой сорняк. Ни в коем случае, это же неизвестный науке вид. Его нужно всесторонне исследовать. Ну, как знаешь, мое дело предложить. Надумаешь, позови. Феноменально. Раз. К вечеру первого дня экземпляр вырос на 40%. И кроме того, он светится. Эй, лосяш! Лосяш! А я как раз к тебе. Думал, дай заеду. Может, лосяш раздумал сорняки выращивать. А я тебе рассады привез. О, роза брюква называется. Сам вывел. И красота, и польза. Ёлки-копалки, ты чем же его поливаешь-то? А вы, коллега, чем обычно удобряете? Компостом. Суперфосфат тоже хорошо идет. Подожди, я должен записать. Сорняк ведь это совсем бесполезный сорняк. Он не бесполезный. Он ночью светится. Ну, если светится, тогда, конечно, совсем с ума сошел. Сорняки у него светятся. Вторую ночь растение, помимо световых волн, излучало также звуковые колебания, напоминающие музыку венских классиков. Бред какой-то! Привлеченные светом чешуекрылые семейства нимфолит образовывали кольцевые скопления и кружились в ритмическом согласии, более всего похожем на танец. Ерунда какая! Наблюдавшаяся эмоциональная связь музыки со светом достигала в среднем частотном диапазоне наивысшего ощущения счастья. Это же совершенно ненаучно! Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть! Лосяш! Лосяш! Я его выпалывал. И правильно, и молодец. Это было ненаучно. Этого не могло быть. Конечно, ненаучно. Сорняки вообще вещь ненаучная. А вот мы тебе вместо них селекционные растения посадим. И все будет по науке. Thank you.
заняться, больше никаких занятий в жизни нет, да? А творить добро? Я цветы принес. Какой ты расчетливый. Фу. А ты знаешь, что добро надо творить? Бескорыстно, не думая о последствиях. Ты бы хоть книжки почитал. Вот, здесь про добро и зло. Все секреты, как завоевать любовь и стать притягательным. Странно. У злодеев костюмчики гораздо выразительней. А эти принцессы почему-то всегда выбирают добрых. Может, мода такая на все белое и пушистое, вот их и тянет. Ну вот, вполне. Пойду потворю добро, что ли. Во имя добра. Бараш, ты что здесь творишь? Добро. Ой, господи. Привет. Фу, напугал. Чего ты так вырядился? Скажи, Копатыч, помочь другу это доброе дело? Хе, ясен перец. Мне не надо благодарности, я делаю это бескорыстно. Но если у меня что-то сразу не будет получаться, чур, не обижаться. Во имя добра. Нет, умоляю, не надо. Бараши, не надо, не надо, не надо. Уйди, бараш, прошу тебя. Я же не со зла, я же помочь. Уйди, бараш, мне еще ежика отмывать. Почему так? Я хотел как лучше, а получилось еще хуже, чем всегда. Я шел ко всем с добрыми намерениями, и все рушилось. Я шел за любовью, а вызывал лишь слезы. Меня никто не стал любить больше. Может, творить добро – это не мое? Может, я должен играть на другой стороне? Ну вот, я вступаю на путь бескорыстного зла. Мне предстоит темная дорога, полная опасности, непонимания и одиночества. Я стану загадочным и неуловимым. Можно ли любить за это, не знаю. Зато теперь мой костюм более стильный и выразительный, чем когда я был добреньким. Кто сказал, что спички детям не игрушка? Ну, наконец-то! А то я стал переживать, что тебя придется вытаскивать. Ты что, совсем с катушек съехал? Ты что творишь? Зло. Совершенно бескорыстное зло. Опять? Мало тебе Копатыча, Савуньи и остальных? Нет, там было добро. А в чем разница? Ну, смотря для кого. Ты совсем дурак, да? Да и дело, что прежде чем кому-нибудь делать добро, надо подумать, а будет ли это на самом деле добро для того, кому делаешь.
как все сложно. Я запутался. Хочу творить добро, а получается ерунда какая-то. Решил, что добро не моя стезя. Думаю, у меня хоть зло обаятельно будет получаться. Фигушки. Мама! Ой! Что ты делаешь? Этот костюм был мне так к лицу. Я в нем выглядел таким одиноким и загадочным, таким опасным и бескорыстным. Такого притягательного злодея больше никогда не будет. Дурачок, девочки любят добрых. Но почему? Добро всегда побеждает зло. Поэтому девочки любят добрых. Thank you.